Сегодняшняя утренняя новость, друзья, поразила в шок и заставила плакать всю Россию. Буквально час назад в одном из телеграм-каналов нам сообщили новость о том, что российский певец Сергей Лазарев на данный момент находится в коме в одной из реанимационных отделений города Москвы. Наши корреспонденты решили узнать, что же случилось с певцом. И вот, что удалось узнать. Друзья Сергея Лазарева, которые на данный момент стоят возле больницы и ждут, что скажут врачи, рассказали нам всю правду. Оказалось, они заказали сауну, где праздновали день рождения одного из друзей. Там, изрядно выпив, они решили попрыгать с мостика в бассейн. Сергей Лазарев прыгнул неудачно, да так, что достал головой дно бассейна. Они были шокированы, когда он всплыл спиной кверху. В воде появилось много крови. Они вытащили Сергея Лазарева из бассейна и вызвали скорую помощь, которая госпитализировала его в больницу. В больнице он уже упал в коме, и его перевели в реанимацию. На данный момент, друзья, пока ничего не известно. Друзья нам пообещали все рассказать, когда что-то узнают. Давайте, друзья, поддержим Сергея Лазарева. Будем надеяться, что у него все будет хорошо. Уже несколько сайтов опубликовало эту новость. Будьте всегда с нами, друзья. Поддержите нас подпиской на канал. Нажмите на колокольчик, и уже завтра утром вы не пропустите свежие выпуски на нашем канале. До скорой встречи, друзья. Мы будем рады вас видеть завтра утром.